Всем привет! Привет! Замуть стоит, как будто что хочет рассказать. Не обращайте внимания, мы тут повесили новую фотографию пару дней назад. И я сейчас смотрю, а она у нас сползла. Думала, будет держаться, но что-то она не держится. Придется открыть опять и приклеить ее. Сделай дубль 3. Я уже дубль 3 снимаю. Вот. Вот такая фотография. Наконец я довольна. Только надо будет, конечно, ее подклеить, чтобы она ровно висела. Я думала, она будет держаться. Она держалась сначала, когда повесили, и со временем она почему-то сползает. Короче, приклеим, будет очень отлично смотреться. А ту, которая висела, которую я вам показывала, которая рамка такая, с много рамок, мы повесили в компьютерной комнате, я вам потом покажу. Так, ну не об этом сейчас. Вот, я сегодня утром отработала, пришла домой. Сделала видео с розыгрышем. Еще раз поздравляю победительницу Кристину с выигрышем. Очень рада. Вот. В следующий раз кто-то другой победит. Не расстраивайтесь. И потом после этого видео начала украшать дом на Рождество и Новый год. И украсили нашу елочку с детьми. Все вместе украшали. Вот. Как я и говорила, в красно-золотых тонах. Звездочка у нас красная была уже в том году. Потом у нас вот такой шарик. Мы его традиционно вешаем каждый год. Или весим, вешаем. Вот. С одной стороны мы, Слава. Это где-то года 4-5 назад. И вот такое вот. Где наши детки тоже еще маленькие. Тогда это было актуальные, были актуальные фотографии. Сейчас, конечно, уже. Но ничего, пусть они висят, сколько продержатся. Вот. Вот такие шарики, которые я покупала в Экшене. Ну, у меня пару были. И вот что новенькое, это у нас вот такие вот птички с коронами. И с хвостиками, перышками. К сожалению, только две. Потом пару Дед Морозиков я увидала. Нашла у себя вот такой, вот такой. И у меня, оказывается, не было вот это вот, вот в серебристом цвете только, как это называется, гирлянда или как. Она была только в серебристом. Пришлось Славу и Заву пошли, хотели гулять. Я говорю, зайдите там в магазин и купите. И они вот одну единственную, говорит, последняя была. Поэтому немножко мало, конечно, на елку, но все равно мне нравится. Вот. Вот такая наша красавица елочка. Вот эту штуку мы в том году тоже покупали под елку, вот эту вот подстилку. Там еще такой игрушка, такая игрушка, ну как, подарочек такой. Тоже он вообще горит, зажигается. Ну и Замуль не дождется. Они когда заходили за вот этим вот, за вот этой гирляндой, купили такой спрей, он типа снег это. И вот он хочет продемонстрировать. Он же, у него руки уже чешутся. Он уже делал. Теперь взяла камеру, и он еще раз хочет. Давай. Брызгает снег на елочку. Хватит, мисс Софии. Ах, и амбисин. Ну, что это? Она не мазок. Да. Ну все, хватит. Короче, вот такая у нас елочка. Такая наша красавица. Да, Замуль? Да. Чё нас? Они уже не дорадуются. Мы ставим сюда так рано ради детей, потому чтобы они подольше могли радоваться, не только пару дней. И поэтому мы всегда ставим к первому адвенту. Кстати, поздравляю всех с первым днем зимы. Сегодня 1 декабря. Сегодня дети наши открыли первое окошечко в своих календарях. Не знаю, что у них там было, короче, ну, сладости. У них сладкие такой. Я показывала, короче. Так, что у нас и что я еще поставила? Здесь над телевизором вот такой вот. X-Mex. X-Mes. Да. Christmas. Там горит. Вот это еще надо зажечь, это тоже горит. Потом вот такая вот гирлянда на самом большом окне. Очень, в том году я ее покупала, и вообще мне очень нравится, обожаю. Так, потом на акварь... Вообще это стоит у нас вот эта елка в вазе. Не елка, а эти веточки от елки.
Тоже они у меня уже несколько лет. Я ее сама украсила. У нас была старая елочка, такая маленькая совсем. И я от нее взяла ветки, тоже искусственно, конечно. И ее так украсила. И вот эта ваза была у меня. И так вот я ее прям так убираю, потом достаю из года в год. Гирлянду на нее повесила. Вот. Вот такая вот елочка. Маленькая. Она стоит у нас на камине, но так как сейчас Слава растапливает камин. Это, конечно, крышка. Вот эта крышка сюда. Не это. Ну, она не должна там быть. Она стоит вот здесь сбоку аквариума. Когда растапливает камин, она открывает вот это вот, вот эту штуку, убирает, чтобы обогревался аквариум еще. И вот такая звездочка. Это наш адвент. Это каждое воскресенье. Вот завтра мы зажгем первую свечку. Я ее зажигала уже не раз, как вы видите, когда делала конкурс. Для конкурса. А так мы будем каждое воскресенье по одной. Да, Морган, завтра. По одной свечке зажигать. Завтра первую. Следующее воскресенье две зажгем. Потом через еще неделю три будут гореть. И перед Рождеством, последнее воскресенье, будут все четыре гореть. Так, это все, что у нас в зале. Елочка. Там этот Xmas. Скачет, как зайчик. Там у нас гирлянда. Там у нас стоит вообще-то вот эта елочка на аквариуме. И звезда. Так, пойдемте дальше. Да, замуж ждет. Мама, мама, мама. Я ему сказала, я говорю, я сначала сниму при свете. Радуется. Вот, а вот так вот выглядит без света. Сейчас пойдем, каждый будет купаться, потом пойдем в сауну. Сначала дети, потом позже мы. И будем наслаждаться вот такой красотой. Так уютно сразу стало. Вот. Так выглядит у нас. Все, mach mal Licht an. Да, теперь идем дальше. В коридоре у меня только вот это вот горит. Тоже надо батарейки поменять. Вот такая вот веточка с лампочками. Они горят, но очень слабо. С того года еще батарейки там не поменяла я все. И на кухне у меня стоит вот такая елочка. Я вам ее показывала, когда покупала. Поставила ее на такую дозу, потому что с улицы было видно. Такая елочка, она белая, тоже горит. И вот такой вот цветок, рождественский цветок. Но он искусственный, с такими лампочками. Я еще обязательно куплю настоящий живой цветок рождественский. Один или два, посмотрим. В зале на окно поставлю. Так что вот такое вот у нас украшение к Рождеству и Новому году. Ну и на улице вот этот вот кустик горит. Сам включается и через каждые 6 часов выключается, потом опять включается. Короче, таймер там стоит. Не надо думать, включить, выключить. Еще оленя забыли, еще оленя надо поставить нашего. Ну все, на этом будем заканчивать сегодняшнее видео. Хотела вам просто показать, как мы украсили наш дом. Правда, только на первом этаже мы украшали, наверху мы не украшали ничего. Потому что мы находимся только внизу здесь. Спасибо всем большое за просмотр, за лайки, за ваши. Еще раз всем спасибо, кто участвовал в конкурсе. Спасибо. Не расстраивайтесь, даже не знаю за что. Не расстраивайтесь, кто не выиграл. Я буду обязательно проводить еще конкурсы. Так что оставайтесь с нами. Спасибо всем. Хорошего вечера, хороших выходных. Предновогоднего настроения, предпраздничного всем, чтобы у всех было хорошее настроение. И до следующего видео. Всем пока! Вот наш каминчик тоже еще горит, еще свет. Везде все светится. Вот это для меня праздник, когда вот так вот все-все-все. Много света. Еще вот эти по бокам, которые вот на колонках стоят, они тоже там батарейки только надо поменять. А батарейки у нас закончились. Сейчас очень много батареек надо. Я уже во многих поменяла, но еще надо менять. Все. Всем еще раз пока. Пока. Пока.